Всем привет, ребята! Ну что ж, мы продолжаем прохождение Бэтпиггерса, и вот здесь у нас такие вот страшные, мрачные тоннели, по которым мы будем спускаться все глубже и глубже вниз. Ну что, давайте сделаем это вместе и все сейчас пройдем. Эту штуку мы, наверное, и отпустим. Так. Ага. Лучше не трогать эту штуковинку. Хорошо, хорошо. Так. У-ху! Чего? Да зачем эти бесполезные баночки? Они вообще меня не могут разогнать. Как ими пользоваться? Они же там не нужны, как будто. Бочонки. Стоп, что? Как я тут? Понятненько. Ну, может быть, и получится. Чуть-чуть надо раньше. Давай, 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 скатывайся, ну уже. Ха-ха, вот как это должно было быть. Все на 3 звезды. А-а-а. Вот мы и прошли его. Так, почему здесь у нас 2? Я что-то не понял. Так, это что вообще за машинка такая? Не можно что-нибудь получше? Да чё я тут буду доезжать? Дайте что-нибудь нормальное. Так, что-то как-то работает вроде бы. Ну, допустим, а что? А, нельзя использовать двигатель. Вон оно что. Всё теперь понятно. Всё теперь стало понятным. Так, ну я точно не хочу такую тачку. Сделаем в виде мотоцикла. Да все, я думаю, поехали. Долго, я понимаю. Ну слушайте, ну все четко же получилось. А, 3 звезды, мы справились? Что у нас получилось? Смотрите, все на 3 звезды. Так, что у нас тут в 32-м-то, какие проблемы случились? Очередной тяжелый уровень. Так, я хочу все делать по-своему. Мне не нравятся ваши машинки. Да скучно, нет. Значит, вот так. И вот так. Все, поехали. Угу. Некий перевес у нас, окей. Окей, значит, вот так это будет. По-моему, даже побыстрее. Так, стоп, стоп, стоп. А где финиш? Я что-то не понимаю. Чего? Вот мне вот интересно, как я сюда доберусь, по-вашему? Это же нужно уметь ездить назад. Странно. Пока все странно. Угу. Ладненько.
поменяем немножко наш мотоцикл. И что мне с этим делать? Куда нам вообще ехать? Ну и уровни попадаются. Так, смотрите, на горочку мы забрались. Ну вот здесь тоже можно забраться. Вот дальше не надо. Или надо? Так, и что? И что? Как это вообще пройти? Никуда нельзя ехать. Вот по идее я как-то здесь должен спуститься. Только мне все еще непонятно, как это сделать. Так. Так. Ладно, неважно. Да ну нет, ну что ж ты падаешь-то вечно. Вот там просто не нужно падать и все. Так-то можно пройти. Тем более нам дается много времени. Угу. Вот и снова та же наша проблемка. Так. Ладненько. Поехали вот так, что ли? Я не думаю, то, что будет большая разница. Так, отлично, отлично. Ой, как хорошо. Так, мы выровнялись. Но у нас остается, видите, как мало времени. А мы еще не докатились до него. Все, теперь разгоняйся, сейчас как уеду. Да, это вам не шутки. Так, я хочу, кстати, другие ящики. А то те какие-то неинтересные. Так, мне почему-то предлагают вот такую машину, на которой вообще нереально, наверное, будет поехать. Она и переворачивается, и все остальное. Да ну я. Так. Ну вот это уже лучший вариант, думаю. Все, забираемся, забираемся. Так. Эх, вот она проблема длинной-то машинки. Вот она, да. Ну что ж, вот такая получилась серия. Мы еще ее пройдем. Так что всем спасибо, всем пока. Thank you.